Эта удивительная история случилась в декабре прошлого года на острове Себу, Филиппины. В тот день мужчина по имени Джен Рилель направлялся к своему дому по горной дороге. Как и большинство островитян, в качестве средства передвижения он использовал байк. В какой-то момент за ним увязалась собака. Она очень громко лаяла и всячески пыталась привлекать внимание. Джен Рилель остановился, и стало ясно, что пес его куда-то зовет. Человек отправился за животным, и уже через несколько минут, возле местной свалки, собака стала вертеться и скулить возле какого-то свертка. Какое же было удивление мужчины, когда там он увидел младенца. Джен Рилель тут же позвонил в полицию. Оказалось, что это мальчик. После осмотра врачами выяснилось, что он абсолютно здоровый и не имеет никаких повреждений на теле. В этой все суматохе о собаке совсем позабыли. Но через неделю ее отыскали в том же районе. Оказалось, что она не бездомная, у нее есть хозяева. И местная благотворительная организация Hope for Strays приехала в дом владельцев четвероногого спасителя с подарками. Собачку зовут Блэки, и в доме кроме нее живет еще 10 четвероногих друзей. К сожалению, материальное положение хозяев не очень хорошее. Но теперь им будет помогать благотворительный фонд в виде благодарности за то, что люди воспитали такую сообразительную и хорошую собаку.